Аким Акмолинской области намерен повышать собственный рейтинг. Об этом Космонавт Мухаметов и поделился с журналистами на отчетной пресс-конференции службы центральных коммуникаций. Поводом к разговору стало исследование эффективности областных акимов, проведенное газетой «Время» совместно с группой «Саясат Мониторинг». Составляющие рейтинга – влиятельность, перспективность для роста и информационная активность. Были опрошены эксперты, политологи и журналисты. К слову, главы Акмолинской области в списке лидеров не оказалось. Он занял лишь 12-ю позицию из 16 возможных. Отмечу, что в должности областного акима Косман Айтмухаметов работает чуть больше полугода. С применением гелиоза. Я говорю, наверное, невозможно за 7 месяцев занять 5-ю или 10-ю самопозицию. Поэтому, я думаю, вы будете свидетелями. Мы будем потихоньку продвигаться, расти. И не собираемся на последних самопозициях оставаться. Страны Европы. Как отметил аким, к подобным рейтингам он относится очень трепетно, поэтому лично пригласил в регион экспертов, давших его работе такую оценку. А под занавес конференции глава Акмолинской области и вовсе разоткровенничался и даже рассказал журналистам о своей зарплате. К сведению, Айтмухаметов получает 600 тысяч тенге в месяц.